Приветствую всех любителей DIY музыки и любителей собирать музыкальные девайсы своими руками. Продолжаем собирать модульный синтезатор дальше. Новое видео и новый DIY модуль, собранный этими руками. Это модуль 2 в одном, два ударных инструмента. Бочка, которая похожа на звук бочки драм-машины компании Roland 808. И хай-хет. Я собрал два модуля вместе, чтобы можно было использовать их в паре. Модуль бочки построен на микросхеме TL-074. Модуль хай-хет построен на основе трех транзисторов. Как работает? На модуль подается триггер сигнал, а звук выводим на микшер или на колонки. С помощью переменных резисторов можно изменять звук самого инструмента. Проект бочки и хай-хета есть в интернете, ссылку я выложу в описании под видео. Давайте подробно расскажу, из чего состоит данный модуль. Первый модуль у нас бочка. 4 переменных резистора. С помощью их можно изменять звук бочки. Это уровень громкости, pitch, decay и тон. Переключатель нужен для переключения двух режимов. И два аудиогнезда. Где первое аудиогнездо для входа триггер сигнала. И второе аудиогнездо для выхода звука нашей бочки. Сам модуль построен на микросхеме TL-074. Это четырехканальный операционный усилитель. Также стоят 5 транзисторов, где один из них 3906 и 4-3904. Стоят также 3 диода, 23 резистора различного номинала, также стоят 9 конденсаторов. Питается модуль плюс 12, минус 12 и земля. Схема немного сложная, но если вникнуть и быть внимательным и аккуратным, то все получится. Второй модуль хай-хет состоит из переменного резистора. Он нужен для регулировки звучания инструмента. Светодиод для визуализации триггер-сигнала и два аудиогнезда для входа триггер-сигнала и выхода звукового сигнала. Сам модуль построен на трех транзисторах 3904. Также стоят 3 диода, 6 резисторов различного номинала и 6 конденсаторов. Питается модуль от плюс 12 и земля. Схема хай-хет несложная и собрать не составит труда. Также с этой схемой вы можете поэкспериментировать и, заменив два конденсатора, попробовать собрать снейр. Все аккуратно прикрепил на панель, вырезанную из композита, и получился вот такой модуль. Также шлейф я сделал один для двух модулей сразу, чтобы можно было подключить сразу в модульный синтезатор, в наш кейс. Если получилось у меня, то получится и у вас. Главное быть внимательным и терпеливым. Давайте подключим и послушаем, как он работает. Итак, я вставил в кейс наш модуль 2 в одном, бочку и хай-хет. Ну, давайте я сейчас, я триггер-сигнал уже подключил, просто выведу громкость на хай-хет и послушаем, как работает хай-хет. Длина хай-хета увеличивается. Можно как делать длинное затухание хай-хета, а также можно делать короткое затухание. Как вы видите, хай-хет работает. Теперь давайте добавим бочку. Итак, давайте смикшируем бочку и хай-хет вместе. Добавляем громкость. Также можно попробовать другой режим.
Ну, как вы видите, модуль работает. Довольно хороший бас у бочки. Можно собрать и экспериментировать дальше с музыкой. Творческих успехов! Не стойте на месте, развивайтесь. Всем удачи, пока!